Я хочу в этот день, в день юбилея нашего города, всех жителей города Омска и даже их гостей поздравить с таким большим юбилеем, хотя он не очень большой, но и не очень маленький. Хотел бы пожелать бы вам всем, самое главное, чтобы вы не болели, чтобы у вас дома все было хорошо, на работе тоже было все хорошо, и самое главное, хотелось, чтобы все занимались спортом. Желание, конечно, это волейбол, если нет, тогда любим спорт. Все, спасибо.